Ну, серьезно, я тоже полностью согласен. Илюх, спеть не зайца, пожалуйста. Ладно. Потом мы тебя это расчехлим в поле-то. Ладно, Или ладно, нет? ладно. Слава, ну тогда надо делать, блядь, опять же, уменьшать либо сульды ЕП, либо какой-то инст делать равносильный по ЕП ульде. Потому что ну, пол гильдии придет, половина не придет. Ну, просто по графику, например, не сможет. А ульда самая жирная сейчас. Резко, блядь, 500. Целка без джайны. Джайна сколько там? 500 чи 400, вот откинь. Это Секунду. 600, блядь. То ли инст, который на 1,5 часа, нахуй, и 1600 ЕП. Вот. То ли тебе надо взамен пронести 3 геры, блядь. Есть разница. Да даже дело кость не в том, типа, что... Ну, значит, надо искать роллера, тогда получается, раз у нас такая проблема с вот этой всей фигней. Но проблема в том, что никто не хочет ралить. Потому что кроме, ну, скажем так, славы, ну, по факту, я заметил, других не слушают по факту, скажем так. Не воспринимают так серьезно, там, то, что они говорят. Все. Че, или давай как обычно в круговую почистим всех и все. Тряши все почистим. И пойдем дальше на мусор. Потому что это реально будет херня с льдой. Херня не только с льдой, херня еще с этим с целка. Ты знаешь, два райда, блин, тоже не знаю. Не, то что разгрузить РТ, да, это будет получше, но, я же говорю, надо тогда выравнивать ИП. Бо есть разница пронести ульду и пронести ту же целка ХМ на фул, за который ты получишь, блядь, треть ЕП от ульды. Я не знаю, просто люди как-то не знаю, относятся к этому странно очень. Типа, 4 часа ты сидишь в, скажем, где-то у нас, целка геля, либо 4 часа ты сидишь целка О плюс ульда. Типа, чувствуешь, да, Костя? Ну, это две разные вещи. Не, ну смотри, просто в чем приколюха-то, загрузить тоже график. Не знаю, честно, то как-то... Ладно, тут надо просто тоже посидеть, может подумать. Второго хватает. А то я Юля. Так, что у нас по миликам? Два, три, четыре, пять. О, найс, как раз. 5 на 5. Забив. Ой, чё, когда пойдете еще раз взломан кость? Может завтра, может послезавтра. Посмотрим по народу. Просто если есть возможность оставить ее на понедельник-вторник, можете ставить на понедельник-вторник, раз я там приду еще. А что ты завтра, послезавтра? Ну, 3 дня сейчас ухожу на работу. Проблема в этом. Ненавижу эти дни, когда... Понедельник, говоришь? Ну да, типа понедельник у меня, вторник, среда свободные будут вообще полностью. Я там прям даже никуда не уезжаю, никуда ничего не делаю. Юля, черкани, что ты? Понедельник, вторник. Среда. Типа... Я думаю, как раз там и люди у нас там уже
Так кто знает. Ишь, такие дни. Понедельник, вторник — самые ужасные дни. А это я знаю. Но не на моей работе. На моей работе самые ужасные дни — это вторник, среда и четверг. Ну, можно на вторник. Вообще будет нормально. Не, ну как бы тут решайте сами, просто если ездите по замене на... Ну, Юля, он пишет, она понедельник, среда, ДРТ занят. Вот. Так, ладно. Ну, давай я на вторник поставлю. Поставь. Поставлю рыбу. Хватит. Так, запоминаем. Репичипа, Пафей, Вилаша, так и зовут. Хлидринг. В миле зону. Вайтлай, Транквилла, Хинкалин, Катрол Д, Трандуил. В зеленую зону. Вот. Так, раз у нас 5 миликов, 5 ДДшников. Без раньше ДБМ пула не пулим. Да пофиг, что мы без Геры. Оно все, все сбивается тут без Геры. Весь ТК-10. Так. Все поставил. Можете там подписываться. Где ты еще поставил? На вторник. А, ну давай тогда. Так. Ой, что-то у меня ДБМ пул вообще нифига не работает. Так, дайте контроль. Коль, знаешь ДБМ 5-секундный? Так, я готов. Все, давайте. Можно отчет 5 секунды? У меня нету что-то его. 5, 4, 3, 2, 1. Надо макрос делать, я не заебался вручную водить. Так, на миликах лужи, смотрим. Какого сейчас? РДД убегаем? Отряс. Оп. Фея, аккуратненько. Фея, от сотрясающего нужно убегать. Сейчас будет у миликов этот обстрел. Плюс гейзеры. Разбегаемся. Вы умрёте. Я понял. Ставит конфликт. Ай, бляха. Это череп стал называется. Сейчас походу будет на РДД, сейчас будет лужа там. Сотряс. Медики, готовьтесь, на вас будут гейзер. Оп. Скорее всего, следующий будет обстрел с гейзерами, я не знаю, что. Отряс, блядь, заебьет нахуй. РДД, гейзеры будут на вас, скорее всего, с обстрелом будут. Обстрел. Нет, без гейзеров. Блять, какого хуя?
Прохильте, прохильте. Прохильтенько, прохильте. Потрат. Великие гейзеры будут на вас, и скорее всего это аккуратней, не сдохнет там. Под Юлю сбегитесь. Быстрее. Танк сбежать, там жмите все. Гейзер еще. Понял? Юль, проведи. Херню сделал. Танка похитите? Да. Может, на флешку подхитил? Че, обстрел? Скизер. Что там, гейзеры будут на мильках? Что там, стоишь, да, Юля? Алюх. Да, нормально, так, блин, собаку бьем. Бабла уже не было, она сумели два. Ботинки ДКшника. Угу. Чё, кольчуга для Энха. Я понял. Разбойник моча и лонгини осколок. Там подымите. Да, ещё не рисую. Не пофиг, если кому-то надо, если забирайте. Я предлагаю сейчас пойти на Гаганаша, убить Гаганаша, а потом уже убить этого Вайда. Я понял. Ну, блях, у меня просто привычка, что этот какого, ну, из доты типа больше есть там. Похоже же очень сильно. Цвет под разный раз такой. То есть. Войд Вайда пиздеть будет. Ну, вообще, Войд это пустота, по факту. Если смотреть по этому, по доте, то он был faceless void, то есть безмордый пустотун, то есть, ну, пустотун, вот и все. И плюс еще в Warcraft третьем, он в классик, в своей компании, он сам по себе был как один из этих миников. Какой-то в компании за Ардос, когда заходишь этот, в огромный рук там проходишь этот, под Нарсколом. Там забегаешь, и там нужно было древнего бога вверх загасить ногами. И там бегали куча этих миников. Вот и все. То есть там все приколюха. О. Нет, Хикари, ты будешь соло вот таргетить. Вот угол Куджи стоит. Я буду закидывать и стараться... Короче, Транквилла, даешь маз дискл просто, вот, да. И Хинкалинка помогаешь ему таргетное. Все, чтобы паладина не напрягать. Так. Право-влево вносим все эти метки, уничтожим. На максимальный оранжевый отбор. Да. Там уже может милики в принципе встать вправо-влево, чтобы это.
Метки унесли право-лево. Отвернулись. Медики забежали. Выбежали. Прохильте. Метки вынесли. Отвернулись. Вы умрете. Отбежали. Отбежали. Метку в метку прохильте. Полтинник. Далеко он был, сорим. Так, из метки вышли. Юль, отведешь как подальше его? Сдвигаемся немножко вперед. Ближе к посту сдвигаемся. Отвернулись. Отбежал. Метку. Отвернулись. Вы умрете. Простите. Понял, трогнул. Метку вынесли. Метки две вынесли, забирали вправо-лево. Отбежал. Отвернули. Ну, заебет он, а. Рединка прохильте, выбежали милики. Ебать, редарчик топ нахуй. Да. Отвернули. Еще. Из метки выбежали там, ребят? Откатывалась эта херня быстрее, вообще цены не было. Ну да. Убежали велики. Отвернулись. Вы. Я понял, бля. Умрете. Забейте. Выносите мет. Юль, подальше уголочек заведи раз эту дуру. Там не знаю, чтобы ты, главное. Отбежали. Отвернулись. Отвернулись. Метки. Пытайся ли там, я не знаю, сейвами метку в метку прям свести ее и это прожаться. Ну это, конечно, просто бич уже. Тут там несколько. Бич просто. Выживаем. Прохильте метку. Хинканку прохильте. Хинканка тоже прожмись, прожмись надо. Да, добиваем. Отбежал. Нормально. О. Топор хиловской, ножки. Мне кажется, я кисти не увижу еще очень давно. Топор хиловской, неплохо. Так, а что ты, Слава, скажешь по поводу того, что я тебе писал вчера? Ну, в личку, в диссе. Да нет.
Ну, по поводу пацанов. Ну, про Ваньку и Сэджи. Ну, у нас, в принципе, есть РЛ, но, опять же, слушаются, кроме Войда, по крайней мере, пока только меня и Ваньку. В Холика или ДЦ статус? Оставайся в ДЦ, Аделька, спекайся в, этого, в Вардружку. Окей. Ты будешь ветками колбаситься. У меня шмотки в банке. Я... Ну, Дживс, все. Ну, у меня еще 3 по 4, а 2 Т4 всего лишь. Бля, плюс без камней. У меня Мишка и Сова здесь. Мишка и Сова. Два, хорошо. Тогда на первой... Так, первые три тогда прохилите с Танквилой. Первая с землей. Я первый сдам ему, а потом освобожу. Хорошо. Спокойствие я могу кинуть, если вы скажете. Смотри, спокойствие действует только на группу. Юля, ты в Т4? Да, в Т4. Это... Короче, вот первое дам я ему и Юля незыбку. Вот, а потом все остальные под после 50%. 5 секунд. Ера у нас нет, это хуёво. Макрос на смену стоек быстрый с щитом, чтобы ты стойку поменяла и щит сменила. Я... Подожди, сейчас я пати чуть раскидаю. Ай, так. Сейчас, бляха, я тебе макрос скину на смену быстренькую стойку. Я тебе вон во флудюку скину, там все быстренько вставишь. Так. Сейчас правильно я включу остальное. Да. Вот так. Вот я скинул макрос. Быстренько поставь себе на удобную кнопочку. А, я, все, я тебя понял. Это фигово. Короче, там, не знаю, пробуй, не знаю, там мышкой что ли вражаться. Там нужно тебе сейчас будет оставить свои сейвы на last фазу. Если что. Там вот это безнадежное восстановление и... Так, лока нету, это фигово. Вот, нету. А по поводу ЕПшки ульды, я тебе говорю, подумаем, бо это будет неравноценно, по крайней мере. Улды. Трёх до духов положишь, да, получается? Все, я понял. Давай, это готовность. Ну и один сзади, там кто-то на подстраховке, на духов. Это Данил Хинканько, поддержка духов. Все, я отчет даю. Давай. Готово? 5, 4, 3, 2, 1. Давайте прям выливаемся, уберем. Сейчас будет пол, смотрим, где пол. Милики отбежали уже. Освободил. Забирай. Слава. Ауру забери. Забрали ауру? Да. Отлично. Надо было после 50 сдавать, Слав. Пошли, бичи. Так, бичи назад идут. На ШП. А, на паладина даже, ебать. На ШП, шли. Подальше развивай, вы уже не стой. Я понял. Юля, попробуй его провести вперед. Проклятие вынесли. Так, пол. Смотрим пол.
Опа. Понял? Стоп, они прохилили. Угу. Падать. Сейчас пойдем. Этот, Хинкаль, у тебя есть гимн на ХП? На панели вынесем? Плюс, отлично, все. Тогда будем это... Может, начнем со второй этой прохиливать, ну, сдавать сейвы. Ну, Костя. Ой-то, блядь, в личку тут пишут, блядь. Норм реликвия, наверное, пала, блядь. Кто тебе пишет? ЭО. Это кто? Это не наш. Это кто-то. Хороший ответ. Ну, ответ убил. Когда будет у нас появляться метка, купол, короче, бублик там сам. Бублик выносить. Да, бублик выносите, но что это было? Буквально на края решетки вносите, то есть вот, где края решетки есть, там и ставьте их, чтобы вам было легче. Получается, босс типа стоит здесь, возле этих, не знает, босс здесь посередине. На вас метка повесилась, вот сюда отнесли буквально. Сюда. Мы в 2 чи в 3 хила? В 2. Ну, давайте, ладно, попробуем, чуть напряжнее будет. Вот первое, это, чисто я сдам МА, Юля, не сдаешь, не выбу. Потом, следующая МА, после 50% слава сдаст. Юлина незыбка под заход в бублики. Вот. После полтинника первая ма слава, потом будет гимн на ХП от Транквила. Вот. Незыба от Юли под заход с бублики и под выход с бубликов Хинкали сдашь. Помнишь, на чем мастер-край есть? Гимн. И... Там по ситуации друид сдашь спокойствие, когда увидишь, что просили. Так, стоп, а что Хинкаль сделать? Здесь делает там сейчас. Да, сейчас. Хорошо. Вот так надо сделать. Здесь. Забери третье слово. Да. Все, Павли. Хотел. Five, four, three, two, one. Там манускрипты я посмотрел, все, сука, хорошие, все вкус. Вот только где, блять, воронки на них брать. Сейчас будет пол, мильки уже ужали. Ладно, будем беспокойствий башни. Сука, друид сдох. Закройте сферу кто-нибудь. У вас есть ШП, если что, будешь закрывать сферу. Это прохиливает. Так, освободил ауру, слава за... На кого? На троллда пошли. Готов, что да. Слава. Сейчас будет дыхание под его ММА. Так, Юль, води его туда. Давай, ММА.
понял. Не, все падает. Попался. А потому что половина рейда попался в бубиках. Давай я в Доларан слетаю за шмотками ртру. Вот Джив стоит. Джив стоит. Или не надо? Ну там банк. А мне, наверное, инженерки нет. А. Здесь не жена. Далька. А ну, тогда. Ну они... давай взлети, сейчас мы тебя это быстренько сманем. Mm. Пойдемте один кто-нибудь на лес со мной. Что? Сейчас, подожди, мне нужно воду здесь включить. Угу. Я включила, но сове. Можешь сопроты дам кому-нибудь, кому надо вообще, в принципе. Вымирали, у меня 7 штук есть кому. Кстати, Илюх, что тебе этого из Станегорна выпало? Я ничего не забирал. Да. Я сразу в Инс пошел. Легал, да, выпало. Ну, я не знаю, кроме счастливой карты, мне оттуда что-то еще полезное имеется или нет. Кроме счастливой карты? Тебе на кого? Да мне вообще без разницы. Типа на холиках? Ну, в принципе, наверное, нет. Ну, поэтому... Сейчас я гляну, что такое светоч у нас. Светоч. Светоч это разве не левая рука? Ну. Левая рука, смотрю, хоста, СПД. Ну не знаю, можно посмотреть светоч, если нету более лучшей на левой руке. Всем привет. Здорово, Рома. Привет. Привет. Ну и можно всех себе взял бы себе этот полевой мешочек тогда. Тауматурга. Так, а слышишь, Клава? Тут? Первую льду оставляем чисто под Вархилля на данный момент. Треплёха. С Норика вот именно с индука падает 245-й тренинг. Потом ты до 258-й поешь, и потом за баджи, да. Но они еще не водили это. 281-й, не знаю, будет карта там. А сколько там баджей надо на 271 тренинг? Ах, фиг его знает, если бы что-то сказал. На 271 тренинг еще нет, 258 полгорода. Дай-ка мы тебя смануть. Понял. А куда вы пошли? ТТГ, 10-ка. С босса стал. Мы пойдем в льду 10 потом? Ну, можно, в принципе. Тебе что надо там, Слава? Ему нужно с Калагор... этого, с... кого там? Калагорна. Или с Салагалуна осколок тебе нужен. Да, нет, ты просто что-то говорил тогда за Калагарну. Не, на хрупало осколок надо брать. Я помню, что вот эту тренер с духом когда-то давно брали себе холи прист. Рома, где 6 воронок взять? А, Рома. Ну, на воронках фармы, но учитывая, когда они происходят, это будет как тяжело. Они либо рано утром, там, либо во время нахуй. Какие это... манускрипты вкусные, это пиздец. Да, ебать, манускрипты там охуительные. Считается сочетание 200-го и 64-го. Пиздец. Надо просто, слышишь, ставить, ну вот время освободилось, ставить воронка фарм, чисто там 4 часа пошли, трэш подрочили, воронки повыбивали, и, ну, не сильно много, но чтоб люди приходили, надо давать типа за это. Все, пойдем. Плюс, кто активно будет ходить, там посмотрим по количеству воронок, можно будет выдавать. Опа, восьмерка.
Да нет, это как бы тоже. А манускрипты там, да, что под Т4 подойдет, а на протика там под Т5 вообще пиздец вкусный. Может они поменьше сделают хотя бы? Да там у всех эти вообще как выдавал манускрипт, это ты. Тот же самый этот, как его, Савин Идол или манускрипт. Там и на Шипала тоже вкусный пиздец. 327 СПД и минус 112 маны на свет. Считает две главные кнопки пропаны. На протика почти 900 блока с применением молота. Праведник. Так, рыбу. На ретрика там при применении правосудия, ну, понимаешь, вешается 140 силы, суммирующихся до двух раз. 280 силы просто по КД будет на тебе висеть. Сдвук-джак. Ну да, за каждое применение правосудия. Нет, прикинь, 4-5, просто нажимаешь с пула кассовую или фарбезную, у тебя все, у тебя с пула уже эти два стака есть. Ну это хорошо, у кого один спек. Мне не да, я набрать. Понимаю, я просто, я знаю, что тебе, ну я просто само. У меня самое оптимальное это Эридар, так как я и ретрик, и протик. Ну, да, фидворфы тоже неплохие. Инкарника, слышишь, поддержишь пол. Если появится сфера, держишь сферу дальнюю от босса. Если появится пол, там, не знаю, тучку прожмешь, какой-нибудь сейф там свой дашь. Ну, что тоже, кстати, хорошее в этом плане. В принципе, еще классно вот под все три спека подходит это орк. Да, тоже неплохой. Чисто такой бурстовый спек. И для ретрика, и для холипала подойдет, и для протика. Не знаю, для холипала мне вообще не нравится почему-то. Все, так, готов... все готовы? Нет, для холипала есть, да. И повкуснее, но я тебе говорю просто как сочетание для всех трех оптимальное. Ну, да. А, господа, кто сейчас держит темную силу? Все, ну, так, освободи темную силу. Что так и остается, под первое сдам я, после полтинника Слава, под заход в бублик Юля Незыбу, под выход я скажу Транквил сдашь на гимн на ХП. Угу, окей. Хинкали я тебе скажу, это, между делом тоже гимн сдашь. И это еще массакру, помнишь, Костя? А. Мастокра еще с Вайда есть. Да. ДДшники немножко поближе встали к этот, ну, более куча к дереву. Скорее всего, так сделаем. Если что, этот. Подбежитесь. Чтобы у вас не было такого, что духи пойдут на кого-то. Дерево, уйди из-под сферы, сферу закрой ШПшник. Пол. Я сдал ему. Все. Великий, приготовимся уходить. Великий выше. Юля, ты как танк, ты можешь стоять, не выходить. Тебя профилят это. Так, освободил. Сука. Все хорошо. Забирай ауру, Слав. Духи вышли, эти бичи вышли. Смотри на кого, подвигай сегодня там. Духи вышли. Танквил, аккуратней там, вся это... Не стой в лужах. Да, да. И дальше разливай. А, ё-моё. Ты это самое, просто отбежал, лужу разлил, бежал, все нормально. Я... бич. А, понял, будет смотрит туда. Так. Сфера темный, метки будет. Закройте шипля. Ой, уйди с сферы темной. Что это было? Слава, готовься мазать. Я понял, ладно, ничего. Танкил, прохнися. Давай, Слава. Ребят.
Пиздец, шо. Кроме меня никого нету, нахуй. Погружение в враг. Сейвы свои отдали все. Зашли. Слава массы. Гимн хп танкил. Вышел гимн хп. Сука. Быстро. Я... Погружение поебали. Угу. Вы уже РДД, вот видите, бублики разлились, видите, как нормально разлились. Вы уже приготовьтесь, более-менее ближе к ним встаньте, но не в них, чтобы вас, если вы в них зайдете, вас хилить не получится. На погружение прям сразу зашли, там быстро погружение проходит. На погружение, Юля, сама смотри, только ДБН заносит, давай не зыбу. Каст прошел, этот... Под выход транквил гимна хп. Угу. Давай, наверное, еще под погружение Слава Мастейф. Так, Кадалька, ты Зандалар, да, получается? У тебя уже вынесен, да, на панельку этот боевая регенерация? Угу. Короче, на каждом дыхании жмешь про себе боевую регенерацию. Если видишь, что сфера, сферу закрывает ШПшник и закрывает у нас тогда... Кто у нас еще тут есть? Так, тролл там контролит. Ну, значит, ШПшник постарается все сферы закрывать. Если сферы две, там, не знаю, там дубовку хотя бы прожимай на себе, что ли. Потому что ДЦшник, он как бы помрет, мне кажется. Стоит в ней. Надо. Так, сейчас там ХП. Приплод еще надо пить столько. Ладно, я пока делаю делики, прыгнул. Какую здесь музыку включу? Если буду нужен, пингуйте. Уже онлайн. Другой диск говоришь? Хорошо, хорошо. Ни в твой не парься. Да и не парься. Я просто аренду поставлю тебе поминутную. Гимн на ХП у пристабаф еще раз дайте по друиду. Сейчас клочок. Так, подожди 5 секунд, сейчас я. Так. Готов. Все, пойдем. Пол, готовимся. Миленький выше. Мага прохильте на полу. Все. Забрали там, кому надо, эту а тьму? Это просто прохили. Слава, забирай. На мага пойдут. Ролл, далеко не убегай. Началась фаза. Вынесли фер. Так, пол. Слава, давай.
возле бубика уже встали. Готовимся. Погружение. Юля, и Слава, Мацей, вы. Погружение. Все сейвы соображали личные. Вышли гимн на ХП. Гимн на ХП. И свой этот, Трендуил, давай этот, спокойствие. Бублик, вынес. Все, давай, забиваем эту дрону. Бой, дай массакру. Он сдал ее под заход. Все, я понял. Прожимайся, 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 там все, что есть, прожмите. Все, хорош. Я, тело протопаловское. Запы кольчужины с хвостой. Да блин, помойка опять. Фул шаман выпал. Я кистей вообще не вижу. Можно было одеть себе прота и этого Аршаму, не Шаму, Элема, блин. Все. Че, Вольду? Можно. Только сейчас я задам квест на Норику. Посмотрю, что мне выпадет. Кто хочет пойти в Вольду, ставить десятку обычку там. Оставайтесь. О. Да, чисто так, знаешь, профу зайдем-то. Не-не-не. Я на тренировочку.